Компания по сносу незаконно установленных ларьков, киосков и павильонов в Люберецком округе идет полным ходом. В 2019 году уже снесено 14 таких объектов на Егоревском и Быковском шоссе. Еще одно строение попало под ковш экскаватора в поселке Октябрьский. Было выявлено, что данный торговый объект, расположенный по адресу улицы Текстильщиков, дом 1, был пристроен незаконно, на основании чего было принято решение о демонтаже данного объекта. Напомню, что установка объектов торговли на участках, которые находятся в муниципальной собственности, может производиться только в соответствии с предварительно составленной схемой и по согласованию с администрацией городского округа. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.